Проектное финансирование при возведении многоквартирных домов поможет в будущем предотвратить появление обманутых дольщиков, уверен губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев считает, что участие банков в процессе строительства ограничит недобросовестным компаниям доступ на рынок. Для Краснодарского края данное решение президента крайне важно. Переход к проектному финансированию строительства для региона может оказаться определяющим шагом в урегулировании ситуации с дольщиками. Это отсеет тех, кто либо попросту не умеет распоряжаться деньгами, либо изначально рассчитывает на мошенническую схему, привлекая деньги дольщиков. Контролировать новые стройки, по мнению главы региона, не менее важно, чем решать вопросы по уже имеющимся проблемным домам. Так, с начала года ужесточены требования к отбору застройщиков, которые привлекают деньги дольщиков. Сейчас в Краснодарском крае недостроенными остаются 56 домов.